Он главное не сказал. Тупые дети посыпаешь. Ты хотя бы говори правильно, ты надо думай, блядь, Пашу что-нибудь сосать. На Паша сонный? И вообще берега не чуй. Лепечет чёрно. Не пойми чё. Слышь мне, хоть бы где-нибудь пососать. До 6 побед. Блин, еще рядом со мной. Не просто сосать, а всасывать. Первый пошел. Первый кажется. Нихуя он. Рашит. Заебись. Пошел на второй уже. Рубей глаз. Беспалевный. Да ну на, я ж тебе говорил, первый у них читак гарантирован. И 5.90, да, нет. Это единственный состав, который не 4, блядь, мы не можем ничего сделать, что типа. Ну, как видишь, этот турок сообразительный. И забежал. Не там шел. Не, не там он шел. А ну вовсе в подвал и там раз. А чё рашить их базу, блин, этот пидор все равно? Всех заделает со своим моим ебаном. Я не говорил, давайте сыграем. Я тебе говорил изначально, что они читайки. Особенно про первого. Я не говорил, ну, давайте сыграем. Не надо на меня тут вешать свою оплошность. А чья моя, что ли, блин? Халява. Кстати, его заключил. Ладно, я попал. Вау. Прям над духом пролетел. Играть с ними можно, как и со всеми ихними составами. Просто надо... И давайте им приедем. Читака, конечно, надо сразу выпиливать, чтобы он нас не запиливал. Мид, снайпер. Идет. На полку пакет-то лежит. Угу. Ну там давайте засмотрите, что ли. Чтоб ко мне не подобрались к филейной части. Да ну нахуй. И еще попасть как ты смог. А что шефер, ну? Если мы не сконцентрируем, то мы будем 10 лет слышать. На миду они. Есть. Пошел-ка я. Куда-нибудь подальше от них. Колян, ты вообще-то у нас тоже есть. Ну, почти. На своей. Ну, самый смак остался теперь.
Не, Коля, молодец вообще. Короче, идет на мид смотреть, он бежит, блядь, Данил. Охуенно, ну да. Вот, смотрю, они докачиваются до таких высших зон, а потом уже как-то им кофе и учитель прям качают. Ну это везде, во всех. Ну да, типа звание решает. Это пидор в меня стреляет. Еще, еще. Хорош. Все, минус, проходите. Да, так, этот гандон на миду. Вау. А нахуй. Причем заметим, этот пидор играет по имам. И с ВХ. И со всеми остальными читами. Почему с остальными? У него пока им и ВХ. Я тут опоздал. Так, Сева, убери. Сева, убери за собой, блин. На квалдок. Отвечай за это. База там понюхает. Подвал, нахуя, 4 человека. У него чит сдал сбой, походу. Он мне в голову не дал. Это на пол. Самое главное чита убил. Что, без палев напомнил? А я чё, я ничего. Двое, первый этаж, это нововика. Хорош. Я ебал его наоборот. Подвал идет один. Нет уж. Один это. На первом этаже с меда хочет идти. Респа снайп. Чушь, паны пошли. Блин, вот там точно чушь пан. Каспан воя. Блин, косовый. Фак, ну тупой. Покоцал я его, короче. На весь подпись крыму. Ну что, последний остался? Мясо. А вроде. На первом этаже. Блять, откуда? С окна что ли? Я не заметил, откуда стреляла. Это гнида. А сзади. Ну вот, заебись, last round. А если он сейчас вообще, блин, обнаглеет. И шарашить не смог, не знаю что. Там, кстати, снайпер на миду. Один отпал. Ай, заебись. В подвале. Ухо мне выстрелил. На миду снайпер. Ну,
И сразу же в у него первый летит. Выстрел в голову идет всегда. И это чисто, не как не заявить. Блин, вот знаешь, шлюха. Ассист, молодец за него. Он даже, блядь, буковки не так написал.